Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать. Ну, действительно. Как ты мог не согласиться? Ну, мы все занятые люди. Дел хватает и дома, я понимаю. Вчера, кстати говоря, смотрел вашу пресс-конференцию. Чтобы не смотрели, расстроились, наверное. Нет, почему? Нет? Нет, ну, почему? Уже мне в плюс. Разделяю ваши позиции, подходы, знаете.